Павел, а должность ваша начальник отдела дизайна администрации города Владивостока. Но все СМИ упорно окрестили вас как главного художника Владивостока. Вот с этой формулировкой вы согласны? Не согласен. Вот. Почему тогда? Вот. Ну, мне кажется, это больше статусная формулировка. То есть, если это, ну, это название должно как люди дать или не дать, то есть это как больше даже может быть как награда, я думаю, должна быть. Ну а так, должность есть должность начальника отдела дизайна. Вот. То есть, когда нужно некоторые, конечно, вещи усилить, например, там в разговорах с частными компаниями там, ну, или еще что-то, ну, тогда я сам применяю иногда эту формулировку, ну, чтобы, ну, как-то весомости придать. Ну, а так в целом, то есть, если это укоренится, то тогда это, ну, это будет верным. А если нет, я вполне буду рад начальнику отдела дизайна. Ну да, каким будет выглядеть город, чтобы он был привлекательный прежде всего вот визуально? Каким вы его себе представляете? В общем, у нас в плане дизайна очень такой достаточно провинциальный подход до сих пор. Вот. Единственное, что происходит вообще в России в плане городского дизайна, интересно, сейчас происходит в Перми только, только в одном городе в России. Вот. Там интересные события, потому что там, ну, привлечены интересные пиарщики, Гельман и так далее, там Артемий Лебедев, и интересные дизайнеры, разные творческие конкурсы проходят. Это все лоббируется на уровне губернатора. То есть есть центр городского дизайна, остановки делаются, и мебель городская, скамейки, урны, все в стиле едином, именно для Перми. Вот. У нас же, то есть вот мой штат моих сотрудников, например, это 3 человека, вот, которые уже давно, да, задолго до меня работают, они продолжают исполнять свои обязанности, перепланировкой квартир заниматься, ну так, чтобы согласовывать перепланировку, чтобы не обрушились квартиры в итоге. Вот, это очень большое такое направление деятельности. Один человек полностью этому посвящен, а второй человек, он секретарские функции выполняет. Вот, то есть городским дизайном мы занимаемся, вот, насколько сил хватает, я занимаюсь. Вот. И, конечно, было бы хорошо рисовать радужные перспективы всего этого. Вот. Но я боюсь, что все-таки с таким объемом, как почти миллионный город, вот, я боюсь, что я все-таки один не справляюсь. И это прямо, ну, очевидно мне становится. Вот. Но в любом случае делаем, что можем. И, ну, в рамках своих сил и возможностей. Ну, а если вот вернуться к Перми, насколько я знаю, это единственный город в России вообще, который заказал план развития города у зарубежного агентства. Не проще было ли Владивостоку взять и заказать за рубежом у того агентства, которое действительно уже где-то... Можно посмотреть, что оно делало, и, ну, не париться, не запариваться вот по районах, посмотреть, как дома разукрашены. Не, ну, по идее, такая попытка была сделана еще 2 года назад у компании RMGM, которая, ну, один из крупнейших, вот, это получается ирландская, по-моему, компания, ну, британская, вот, крупнейшая архитектурная компания с огромным опытом, вот, была заказана концепция развития Владивостока, они сделали какие-то разработки, вот, но я знаю, что и в Перми они испытывают огромные сложности вот с этой вот концепцией, которую им зарубежные агентства разработали. У нас она просто не пошла, эта концепция, потому что, понимаете, здесь очень много факторов составляющих, то есть концепция, она должна рождаться из контекста, в котором, ну, в котором работаешь, это там вкусы горожан, да, это раз. Притом там градостроительная ситуация, историческая ситуация, потом вопрос собственности, кто вообще владеет, ну, тем или иным объектом, потому что, ну, он тоже имеет весомое слово в том, что будет и как оно будет сделано. Вот. Компания RMGM предоставила идеалистическую такую концепцию, которая оказалась вообще полностью неприложима к Владивостоку. Вот. Ну, это была такая красивая утопия, да? Ну, относительно, да, да, относительно красивая. Например, там было такое, ну, а почему бы нам не озеленить наши крыши?
Действительно, у нас же город так хорошо выглядит. Или, например, не сделать их все одного цвета. У нас город световых точек выглядит, ну, мы сверху его постоянно видим. Почему не сделать, например, действительно все крыши красными? Это уже бы объединило весь город. Вот. Но это утопия, потому что каждая крыша – это большие деньги. Это кому она там принадлежит, эта крыша? То есть, хочет он, не хочет менять свою кровлю? За ваши деньги, пожалуйста, ну, хотите, сделаем, говорят. Ну, а где столько денег, например, на крыши взять? Ну, то есть, такие, или озеленить они еще, ну, предлагали крыши, чтобы там зелень росла. Картинки красивые, вот, но они как бы на практике. Но у нас, насколько я знаю, ни одного собственника жилья, который построил, допустим, новый дом, нет действительно красивых зданий. Это проблема в чем? У нас же есть архитектура, которая заверяет какие-то здания, макеты. Разве там не хотят, чтобы город стал красивее? Или просто еще очередные коробки из красного кирпича? Да в архитектуре хотят, чтобы город красивее стал. Вот, ну, то есть... Мы постоянно с этим работаем, вот я лично работаю с этим, да, например, с фасадами домов. Но, понимаете, например, люди приходят, ну, с убожественным проектом. Ты говоришь, что проект некрасивый, вот, ну, пытаешься аргументированные термины, ну, то есть там он не соответствует этому, он не соответствует зданию рядом и так далее. Человек говорит, а я считаю, что красивый. Мне нравится. А то, что вы говорите, я считаю, что это там чиновичий произвол. То есть вы, наверное, что-то не... У нас нет такого худсовета какого-то, который хотя бы как-то определял... Художественный совет есть, но там он на каждый фасад же не будет. То есть там принципиальные строения, они выносятся на градостроительный совет. А ну, каждый фасад вы не будете же выносить на совет. То есть это как бы ежедневная такая работа. Вот. И человек переделывает до 10 вариантов, люди делают, но... Уровень очень слабый, и ну, ты постоянно отказываешь. Потом они говорят, что ну, у нас уже контракт горит, мы уже сорвали все сроки, то есть нам уже этот проект и не нужен, но согласуйте нам вот этот вариант. То есть там, ну прям там до истерик доходит. Вот. Ну а ты говоришь, ну, а он говорит, ну сделайте сами. Ну ты говоришь, я не делаю проекты, я их согласовываю. То есть ну давайте так или так, так сделаем. Вот. Ну, в общем, это такая большая эмоциональная, при этом эмоционально окрашенная работа. Жалобы люди пишут на то, что мы затягиваем со сроками, там, ну, мы не успеем к саммиту, они говорят. Я говорю, ну, дайте хорошие проекты тогда. Ну, то есть здесь вот как бы сроки постоянно, сроки вот, имеют большое значение. И низкий уровень ну, предложений тоже. В наружной рекламе это, в общем, вообще, я считаю, что у нас дизайнеров, это даже не дизайнеры, эти люди, которые занимаются наружной рекламой, вообще нет хороших предложений, просто их нет, потому что в наружную рекламу идут самые двоечники и троечники, поэтому, а наружная реклама, она вон, вы же видите, как она влияет на облик города, приходится с этими двоечниками и троечниками, прямо чуть ли не образовательный процесс, книжки им нужно показывать, там, ссылки им посылать, вот хорошие примеры, давайте так, так, то есть обучением заниматься практически. Есть какие-то идеи, чтобы пожестче с ними, ну, вплоть до того, что в каком-то императивной манере говорить вот так, да, только так можно вот в эту сторону работать, в эту сторону нельзя. Мы только так и разговариваем, вот, но именно так оно и происходит. Но рисовать-то ты все равно не будешь за них. То есть здесь, и потом, знаете, в области искусства, ты можешь, конечно, сказать, что вот это должно быть фиолетовым, но, ну, я имею в виду, там, например, или вот эта конфигурация щита должна быть вот такая-то. Но на самом деле, пока ты не нарисуешь сам вот это все, ты до конца не будешь уверен в том, что оно действительно сюда, ну, сюда будет именно то, что нужно. Потому что это творческий процесс, всегда творческий. Там, простянуть так, сяк, попробовать. Вот. Ты говоришь свои рекомендации в жесткой манере. Вот. А человек их, во-первых, по-своему слышит. Но даже если он делает иногда, как ты сказал, это не факт, что будет ну, именно хорошо. То есть вариант один, бери да сам рисуй. Вот, ну, чем практически, но это вообще, то есть невозможно этим заниматься. Ну а ситуация вот с наружкой и с какими-то архитектурными решениями вот за год, практически уже скоро будет год, да, как должность, она меняется, вот, на ваш взгляд? С наружкой практически не меняется, вот, почему-то, просто люди отказываются, мы много отклоняем предложений. Вот, ну, по наружной рекламе. Поэтому люди уже практически и не идут к нам с этими предложениями, а вывешивают это все самовольно. Вот, ну и говорят, если мы не можем согласовать, зачем нам этим заниматься. То есть они считают, что
я не знаю, то есть какие аргументы, что то ли мы такие вот, ну, несговорчивые или еще что-то. Ну, то есть, ну, в обиде многие люди не на себя, а на нас. Как... Ну, вот. Их тоже можно понять. Им важны критерии, по которым это оценивается, красиво, некрасиво. И кто эти критерии выдвигает, делает, кто оценивает их работу? Ну, по критериям написаны вот такие вот толстые книжки. Это называется композиция в архитектуре. Критерии, вот они, их надо изучать. И этому люди, дизайнеры, учатся 6 лет, например. Каждый из дня в день учится этим критериям. Каждые критерии, они специфичные. Вот для каждого дома это индивидуальные будут пожелания. Вот. Нельзя сказать, что давайте из центра, есть такой критерий, давайте уберем широкоформатную рекламу из центра. Это наша четкая установка. Широкоформатной рекламы не должно быть, перетяжек не должно быть над дорогами, чтобы небо не заслонять. Это четкая установка. А вот что касается вывесок, щитов на домах и так далее, то есть там надо в каждом месте искать, то есть там нельзя так... Отдельный подход к каждому? Конечно.